Больной туберкулезом мужчина, угрожающий заразить горожан, не опасен. В администрации города сегодня прокомментировали скандальную историю, которую опубликовал федеральный портал Life.ru. Житель Оренбурга уже 12 лет болеет туберкулезом. Мужчина уверяет, месяц назад его выгнали из тубдиспансера якобы за использование электрического чайника, после чего его состояние ухудшилось. Несколько раз он пытался поговорить с заместителем главного врача Оренбургского противотуберкулезного диспансера. А где справедливость? Сейчас вчера приехали, сейчас трех больных положили, вчера вызвали, они стояли еще в середине ноября. Видео заявление о том, что он будет кашлять на горожан, если его не госпитализируют, мужчина разместил в интернете. Сегодня начальник отдела охраны здоровья заявила, что мужчину пытались лечить несколько раз, но он постоянно нарушал режим. В то же время, по заверениям специалистов, его диагноз угрозы для окружающих не представляет. Он и лежал в областном клиническом противотуберкулезном диспансере и был выписан за нарушение больничного режима еще какие. В городском тубдиспансере он себя вел не очень адекватно, я бы так сказала, мягко. Вот. И выписан, он был переправлен на амбулаторное лечение. Ему были даны препараты, он БК-, сразу хочу сказать, бактерий выделения у него нет.